Жалко, что мы не можем девушку нашу показать, а анестезистку, это помощница анестезиолога, у нее такая красивая форма, она вообще выглядит сегодня стильно. Вот. А обычно от Баленсиаги в черном. Друзья, не каждый день медсестра ходит в Баленсиаге. Вот, это просто жалко, вот в айфоне нет такой функции, чтобы сразу. Кстати, в Samsung есть. Вот. Мы удалили вену варикозной пациентке, но у меня сегодня замечательная девочка, ассистент. Она работает в госпитале, очень серьезная организация. Вот, мой ассистент отравился ночью. Что жрут на ночь, товарищи, я не знаю. Я последний раз кушаю всегда в 6 вечера. И то фрукты, чуть-чуть. Потом мне говорят, как вы хорошо стройно выглядите. Так надо же не кушать. Вот. И в крайнем случае можно Баленсиагу носить и не видно. Друзья, и обратите внимание, мы удалили варикозную вену. Но самое интересное сегодня, вот сколько я сделал операции, ну, были крупные притоки в паху, у девочки просто паутина в паху. И такой тазовый варикоз. Это когда она легла, вены спались. У меня была одна пациентка, я уже говорил в другом видео, она «Голос Армении» выигрывала, девочка. Она потом забеременела после операции, у нее тазовый варикоз усилился и на ногу, и плюс у нее повышенный вес. И это не вена большая подкожная, друзья, это вот единственный такой случай. У нее еще до беременности, у девочки не было беременности, эта вена отдельно вышла. Мы сейчас ее будем стриппингом удалять. Что сейчас нужно при тазовом варикозе? Упражнение Кегеля. Если еще не планируете беременеть, упражнение Кегеля. Разгрузить малый таз. Сауны, бани запрещены, сидеть там не рекомендуется. И если ходите на фитнес, приседания с весом категорически исключить. Есть такая скамья, ноги наверху, туловище внизу, качать пресс. При тазовом варикозе именно так и делают. Сейчас мы сделали операцию, через месяц пациентка может идти на фитнес спокойно. Вот, все. И, к сожалению, кстати, при такой форме варикоза во время беременности может возникнуть еще геморрой. Даже вены на половых губах. Вот, мужу поставили варикоцели, двусторонние при том, в какой-то клинике. К счастью, у него нет варикоцели 100%, ни справа, ни слева, и анализы у него все идеальны. Но предложили оперировать, ему оказалось, операция не нужна. Я его сегодня быстренько посмотрел по блату, вот, и в итоге операция не нужна. Все, друзья, пишите вопросы, будут в комментарии, и записывайтесь на прием, пишите в WhatsApp. Всего доброго, до свидания.